Добрый вечер, друзья. Еще один замечательный ролик для тех, кто говорит, что ада нету, можно грешить, Бог все покроет, простит, Он любящий, можно жить в грехе, все нормально, благодать, она все покроет, тем более, что ада никакого нету. И это очень странное заявление, потому что в Библии очень много мест и в Ветхом, и в Новом Завете, где говорится про гиену огненную, про ад, про преисподнюю, про бесов, про дьявола, про наказание, про суд вечный. И есть проповедники даже, которые говорят с кафедры, что вот в Библии сказано, ну вообще ничего не сказано про ад. То есть этот человек, он сам себе подписывает туда дорогу, потому что он искажает Слово Божие. Он просто прямо вводит людей в проклятие, потому что любое нарушение Слова Божьего, которое человек применяет, приводит к тому, что он попадает под проклятие, наложенное на грех. Потому что грех – это нарушение законов Божьих. И дьявол поэтому и старается обесценить Библию, Церковь, Бога, все, что связано с законами Божьими, чтобы люди, сами их нарушая, попадали под наказание. И вот эта причина как раз того, что этот мир катится, идет к своему концу. Все эти наблюдают, увеличиваются войны, голод, смерти. И дальше будет хуже и хуже. В общем, смотрите этот ролик, дорогие. Все ролики на каналах Салтаненко смотрите. Вы научитесь отличать истину от лжи, проповедников Божьих от служителей дьявола. И спасете свои души, и другим еще поможете. Благословляем вас, дорогие.